Два года лишения свободы в колонии строгого режима. К такому наказанию Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил двух жителей столицы Чувашии за вымогательство. ФСБ России по Чувашии и Ленинским районным судом в ходе расследования установлено, что еще в конце 2014 года Кирилл Викторов и Александр Белов под видом посредников предложили жительнице города Чебоксары решить вопрос о прекращении уголовного преследования ее брата. Свои труды обвиняемые оценили в 700 тысяч рублей. В течение 2015 года злоумышленники по частям получили от горожанки 520 тысяч рублей. Прошлым летом при получении очередной части взятки Викторова задержали сотрудники УФСБ. Затем смогли установить и причастность Белова к преступлению. На самом же деле ни Викторов, ни Белов на решение уголовного вопроса брата потерпевшей повлиять не могли. В ходе следствия обвиняемые вернули все средства, похищенные у жительницы столицы Чувашии, пока приговор суда еще не вступил в законную силу.